Красивая и здоровая улыбка отражает не только прекрасное настроение, но и здоровье всего организма. Давно подмечено, что человек с красивой и здоровой улыбкой выглядит более дружественным, более привлекательным и более компетентным. Сегодня мы поговорим о зубных пастах Siberian Wellness и о том, как с их помощью поддержать красивую и здоровую улыбку надолго. Итак, какие бывают зубные пасты? В целом зубные пасты делятся на фторсодержащие и пасты без фтора, на высокоабразивные пасты и низкоабразивные, на гигиенические и лечебно-профилактические. Абразивность зубных паст определяется тем, какие абразивы входят в состав зубной пасты. Самые простые и традиционные абразивы – это карбонат кальция, который мы знаем также как мел. Зубные пасты на основе карбоната кальция или мела действительно обладают высокими очищающими способностями, замеченными еще нашими бабушками в зубных порошках. Но насколько они безопасны? Карбонат кальция или мел обладает высокой абразивной способностью и, к сожалению, не способствует поддержанию зубной эмали в здоровом состоянии. Более современный абразив, используемый в зубных пастах, диоксид кремния, он же силика. Современные формы диоксида кремния обеспечивают качественное, безопасное очищение. Уровень абразивности зубной пасты оценивается при помощи RDA – индекса истирающей способности. Пасты, имеющие индекс RDA выше 150, относятся к высокоабразивным зубным пастам и не рекомендуются для ежедневного применения. Для безопасного, как минимум двукратного ежедневного применения, мы рекомендуем низкоабразивные зубные пасты. Все пасты Siberian Wellness имеют индекс RDA ниже 50. Важно! В нашем ассортименте присутствует паста безабразивная, совершеннейшая новинка на рынке, в которой не содержится абразивных элементов и которая имеет индекс абразивности 0. Как правило, на полках магазинов вы можете найти огромное количество паст с содержанием фтора. Давайте разберемся, так ли нужен фтор в зубной пасте. Безусловно, фтор отлично защищает зубы от развития кариеса. Но основной источник фтора для человека – питьевая вода и продукты питания. Безопасным считается уровень 1,5 мг фтора на литр воды. Таким образом, количество потребляемого фтора очень зависит и от диеты, и от пищевого режима. Не менее чем недостаток фтора опасен его переизбыток, который приводит к развитию такого неприятного состояния, как флуороз. Количество фтора в питьевой воде отличается в десятки раз даже в пределах одного большого города, либо в соседних областях. Поэтому жителей районов, где содержание фтора в питьевой воде и без того достаточно высоко, не показано применение зубной пасты с содержанием фтора. Зубная паста с содержанием фтора должна быть назначена стоматологом только в тех случаях, где дефицит фтора действительно существует. Пасты Siberian Wellness не содержат добавок фтора, поскольку продаются не только в пределах России, где мы можем проверить содержание фтора в питьевой воде, но и практически во всех странах присутствия Siberian Wellness. Ключевые характеристики паст Siberian Wellness – это безопасность состава, безопасность воздействия, эффективность воздействия. Пасты Siberian Wellness не содержат грубых абразивных веществ, лаурилсульфата натрия, полиэтиленгликоля и производных полипропиленгликоля, парабенов, синтетических красителей, синтетических ароматизаторов. Кроме того, пасты Siberian Wellness имеют крайне низкий гликемический индекс и не вызывают изменения уровня инсулина в организме, поэтому замечательно подходят для использования диабетиками и тем, кто следит за уровнем глюкозы. Зубные пасты Siberian Wellness не содержат компонентов животного происхождения, не тестируются на животных и отлично подходят даже самым строгим вегетарианцам. Красивая улыбка – это не только отражение внутреннего здоровья человека. Красивая улыбка – это еще и гарантия от преждевременного старения. Помимо отличий в способе действия и в содержании фтора, зубные пасты имеют принципиальное разделение на гигиенические и лечебно-профилактические. Если у вас нет выраженных проблем в полости рта, то ваш выбор – это гигиенические ухаживающие пасты, предназначенные для как минимум двукратного применения в течение дня. Если существуют проблемы со здоровьем десен, с неприятным запахом, с чувствительностью зубов, то ваш выбор – лечебно-профилактические зубные пасты. Гигиенические зубные пасты Siberian Wellness –
Это природный цвет, природный вкус и невероятная эффективность при ежедневном применении. Гигиенические зубные пасты содержат высокую концентрацию ксилитола, компонента, обладающего доказанной противокариесной активностью. Кроме того, каждая паста содержит в себе замечательные натуральные активные компоненты, которые обеспечивают защиту и питание десен, свежесть дыхания и удаление пятен. Лесная земляника и красная глина – это отличное очищение, борьба с вероятным образованием зубного налета и зубного камня, питание десен, насыщение витаминами, полезными веществами. Красная глина – источник важных минеральных веществ, так необходимых для поддержания плотности и качества зубной эмали. Зубная паста Кинотто и Лемонграсс обеспечивает антибактериальное воздействие, защиту от появления зубного налета, замечательно дезодорирует и освежает дыхание. Зубная паста Черника и древесный уголь. Экстракт черники, полученный из спелой мякоти ягод, насыщает десны полезными веществами и витаминами. Древесный уголь, полученный из бамбука, очищает, осветляет и удаляет пятна с зубной эмали. Итак, если у вас нет выраженных проблем в полости рта и вы заботитесь о красоте своей улыбки, ваш выбор – гигиенические гелевые зубные пасты Siberian Wellness. Лесная земляника и красная глина для укрепления и поддержания здорового состояния эмали, Кинотто и Лемонграсс для свежего дыхания и черника и древесный уголь для сияющей белоснежной улыбки. Что работает в зубных пастах Siberian Wellness? Всю заботу о поддержании здоровья полости рта мы доверили тщательно отобранным натуральным компонентам. Содержание натуральных компонентов в зубных пастах Siberian Wellness невероятно высоко. В гигиенических зубных пастах содержание натуральных компонентов превышает 99%. Минимальное содержание натуральных компонентов в лечебно-профилактических зубных пастах Siberian Wellness 98,3%. Именно экстракты, растительные ферменты, натуральные масла поддерживают здоровье полости рта, обеспечивают свежесть дыханию, эффективное противовоспалительное воздействие. Лечебно-профилактические зубные пасты Siberian Wellness призваны решать уже возникшие проблемы в полости рта. Если вы заметили первые признаки болезненности, отечности или кровоточивости десен, то ваш выбор – это легендарная зубная паста «Сибирский прополис». Высокое содержание пчелиного прополиса и растительных экстрактов позволит быстро восстановить целостность слизистой оболочки и справиться с кровоточивостью десен. Для комплексного ухода за полостью рта и укрепления эмали выбирайте зубную пасту «Сибирский шиповник». Масло шиповника и красная глина – это отличное решение для ежедневного ухода. Красная глина – источник необходимых минеральных веществ, укрепит зубную эмаль и защитит ее от истончения. Масло шиповника способствует укреплению десен и улучшению их состояния. Зубная паста «Сибирский шиповник» – это ваш выбор, если вы нуждаетесь в комплексном уходе и укреплении зубной эмали. Знакомую многим проблему с повышенной чувствительностью зубов поможет разрешить паста «Сибирская облепиха». Специальные добавки, которые блокируют передачу болевых сигналов, способствуют выраженному снижению чувствительности зубов, а масло облепихи, известное своей высочайшей заживляющей способностью, позаботится о целостности и здоровье десен. Замечательная новинка в ряду зубных паст Siberian Wellness – это инновационная безабразивная зубная паста «Байкальский шлемник». Зубная паста «Байкальский шлемник» обладает выраженной, избирательной, доказанной эффективностью именно против тех микроорганизмов, которые отвечают за развитие кариеса, ухудшение состояния десен, их дистрофии и последующему опущению. Доказанная избирательная активность зубной пасты «Байкальский шлемник» основывается на способности экстрактов байкальского шлемника и маклеи лишать болезнетворные бактерии их собственного механизма защиты, разрушать биопленки, под которыми они чувствуют себя в полной безопасности. Разрушая биопленки, которые не поддаются даже самой высокоабразивной пасте, мы восстанавливаем баланс микрофлоры в полости рта и лишаем болезнетворные бактерии условий для размножения и развития как заболеваний, так и неприятного запаха изо рта. При вечернем использовании зубной пасты «Байкальский шлемник» вы заметите, что по утрам ваше дыхание стало намного более свежим. Используя ежедневно зубную пасту «Байкальский шлемник», вы не только эффективно защищаете себя от развития кариеса,
воспалительных заболеваний десен, но и обеспечиваете себе свежее дыхание по утрам. Благодаря отсутствию абразива и высокому содержанию противовоспалительных веществ зубную пасту «Байкальский шлемник» можно использовать в качестве местного противовоспалительного средства, накладывая его непосредственно на поврежденные участки с целью ускорить заживление и восстановление. Друзья, очень важно помнить, что здоровье зубов и десен полностью зависит от нас. Поэтому соблюдаем самые простые правила. Не забываем чистить зубы как минимум 2 раза в день. Регулярно меняем зубную щетку как минимум 1 раз в 3 месяца. И помним, что продолжительность чистки зубов должна равняться длительности звучанию вашей любимой песни.